Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд довольно-таки топовой базы Дикарис, для которой понадобится одна сишка и, наверное, штук 10 обычных топоров. Это при условии, если вы хотите открыть все ящики. Ну, там, с помощью байка закрыться и открывать абсолютно все. Так, тут еще топорики, кстати, есть, я про них забыл. Нам надо взорвать сишку где-то вот здесь. Готово. В общем-то, некоторые ящики открыл, некоторые надбил, некоторые вообще не трогал. Так, и на все это у меня ушло 8, ну, штук 8, наверное, обычных топоров. Да, взял я с достатком, скажем так. Ну, тут я взорвал, нам нужен этот красный ящик, тот самый вкусный лут. Это у нас 3, 4, 5, 6 глоков, М-ка, 3 калаша, дробовик, ВСС и миниган. Это все сразу можно наложить в байк. Ну, если вам хочется, можно и умереть, то мне, в принципе, думаю, места хватит и без смертей. Так, это мы все сюда складываем, это мы оставляем. В принципе, да, еще больше половины инвентаря свободно, так что умирать я тут не буду. Так, давайте смотреть. Здесь у нас талончики. Немного, конечно, но хоть что-то. Здесь аптечки, бинты, если кому вдруг это надо. Я, наверное, так сделаю, мне бинтов так много не надо, у меня уже их своих есть, вот, не знаю, спирт собирать, нет, ладно. Здесь мы забрали, тут холодняк, если кому интересно. Так, тут кожа, камни, каменные блоки, эти ящики я уже на рандоме открывал, если что. Я не в курсе, что тут было, что тут должно быть. Так, это я заберу себе, о, подождите-ка, ну-ка. Это я на сюда, а вот это я себе заберу. У меня всегда нехватка этого пивасика для рейдеров. Бухать они любят очень много. Так, в этих ящиках чего? Тут его боксит, например, очень даже неплохо. А здесь у нас пластины, слитки, микросхема. Окей. Где-то тут еще был ящик с железом. Вот я не помню, какой именно он был. Давайте вот эти два ящика попробую открыть. Не уверен, что они тут, но я проверю. Ага, нашел. Ящики с железом. Так, давайте здесь посмотрим. Так, тут хрень всякая. Здесь батарейки. Здесь тоже ничего интересного. Ну, в общем, самый главный ящик, как по мне, я вам показал. Вы уже сами смотрите, что именно вам интересно, что вы хотите забирать. А по луту мы имеем вот такой неплохой лупец. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.